В 2021 году огромный монстр по имени Ктулху напал на курортный город Сочи. Но его все-таки смогли оттуда прогнать. Все думали, что опасность миновала. Но никто и не думал, что это морское чудовище лишь взяло передышку, чтобы нанести новый, сокрушительный удар там, где его не ждут. Прямо по туристической колонии русских туристов! Турции! Прошло 5 лет после последней битвы с Ктулху. За это время ученые всего мира разработали боевых роботов. Ими управляют специально обученные воины. Они призывают своих роботов при помощи кибербраслетов. Ктулху вновь собирается напасть на человечество. Битва за будущее началась. О нет, Ктулху снова здесь. Ктулху исчез в морских глубинах. Мы не можем сказать, уничтожили ли его окончательно, или он впал в спячку. Но если Ктулху вернется, то мы нанесем по нему новый, сокрушительный удар. We'll be right back.
Yeah.